Забрала переноску Гулливер. Она приехала вот в таком виде, разобранном. Хорошо упакованная была в пленке. Это Гулливер номер 3 для собак и для кошек. Данная переноска подходит для перевозки по ЖД и авиа. Размеры вот видно. 61 на 40-38 сантиметров. Достаточно большая и комфортная переноска. В комплекте входит вот дверца. Поилка обязательно. Собачка еще не успела попользоваться. Что-то ей не очень нравится эта поилка. И вот такие крепежи. Их 5 штук всего. С каждой стороны крепежи ставятся. А в дальнейшем уже будет прикрепляться. Собака подошла помогать. В надежде, что попадется что-то вкусненькое. Вот так выглядит собранная переноска. Открываются двери вот таким вот нажатием. Скользкий пол. Тут желательно какой-то коврик ставить или любой другой нескользящий предмет. Я возила с помощью одеял собачку. Крепления пластмассовые со всех сторон. Дополнительно установила ручку. Самостоятельно можно абсолютно любую ручку, что вы найдете дома, не обязательно покупать специально для контейнеров. Сама переноска очень легкая, можно спокойно путешествовать с животным. Рекомендую к покупке.